И вот со мной произошло тоже чудо. Когда очень заболела, мне сделали операцию. И, к сожалению, получились осложнения определенные. Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке, перед сном положила рядом его книгу с его фотографией, изображением, и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, сидит рядышком на кровати и говорит: «Не бойся, это я пришел, я тебя полечу». И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло. Вот это чудо. Только знать, не ходить на демонстрации, не слушать Навального. Лучи, которые были 50-70 тысяч, вы представляете, зачем куда-то выходить? Зачем кого-то просить? Ну, обратитесь к Отцу Небесному. Идите в церковь, идите в храм. В церкви и методы, и средства, все для того, чтобы улучшить нашу жизнь, изменить жизнь через покаяние. Понимаете? Нет непрощенных грехов, есть нераскаяние.